Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск на нашем канале. И, естественно, на нашем канале идет повествование про велосипеды. Нестандартный, интересный, оригинальный, прикольный. Встречайте, Арбея. Просто позалипайте на красивые виды. А я пока займусь каким-то дичайшим геморроем по прокладке тросов-рубашек по той технологии, которую придумали в компании Арбея. Итак, что мы знаем про компанию Арбея? Испанская компания. Частично в свое время производилась на мастерствах Мериды, но тем не менее ребята реально делают очень качественные велосипеды. Причем все. Байки реально качественные, реально долго работают. Шоссейники тоже, блин, одни из самых лучших. Настоящее европейское качество людей, которые реально делают велосипеды с душой. Я видел неоднократно Арбеи, которые были зашарпанные, уставшие, много-много километров отъездили, дальше их реставрировали, они продолжают дальше ездить. О чем, кстати, была заметочка в одном из наших выпусков. Что смогу сказать про углеволокно? Я видел шоссейную Арбею, где было пробито перо. Ну, там реально была дыра, можно пальцы было засунуть. И человек сюда приехал своим ходом, ничего там не развалилось, не разволокнилось, не разрушилось, не лопнула труба до конца. Заклеили и дальше ездил велосипед. Это Арбея Орка. Реально сделано круто. Кареточный стакан 41-й. То есть это обычные чашки Pressfit. И, господа, здесь стоит система Rotor 3D с BB30 валом. У компании Rotor есть каретки. Они идут по номерам, то есть каретка 4130 предполагает установку 30-х шатунов в раму стандартом Pressfit. То есть здесь сейчас стоят чашки, который по факту является подшипником, то есть внешнее и внутреннее кольцо стальное, и вот на это вот небольшое расстояние залегает подшипник. Именно здесь такая стоит каретка, и благодаря такой каретке в эту раму вставила система Rotor, которая является, ну, так сказать, примечательной во всем этом велосипеде. Возвращаясь к раме, один из самых прикольных моментов в этой раме – это внутренняя прокладка тросов-рубашек. Арбея очень давно придумала следующую фишку. Они прокладывают трубочки тонкие, и трос от самого пистолета, в случае байка, от монетки, до самого переключателя нигде не загрязняется и не контактирует с окружающей средой. На конце трубочки одевается тонкая резинка, которая приличной длины, и она сжимается на всю выборку троса. То есть даже в этом месте трос не набирает на себя грязь и не заходит обратно в рубашку грязным. Такая система работает без смены тросов несколько тысяч километров без проблем. То есть на байке я видел Арбею, которая отходила примерно 15 тысяч километров, где ни разу не меняли троса рубашки. Ни разу, просто от слова совсем. Весь трос полностью залегает в герметичной трубочке. Пока ее не сломать и не порвать, ничего происходить не будет. В данном случае эта трубочка лежит еще вдобавок внутри рамы. То есть вот мы сейчас соберем все это дело, и дальше замена тросов будет происходить, ну не знаю когда. Реально, я думаю, не очень быстро. В случае шоссейного велосипеда через несколько лет, через несколько тысяч километров пробега будет меняться троса рубашки. Ну, правда, укладка тросов рубашек – это отдельное приключение. Чтобы все это уложить, нужно воспользоваться портуловским улавливателем магнитом, с помощью которого мы сейчас выловим трос. Несмотря на то, что там изначально завода ставили лайнеры, которые предполагают, что можно продеть, ничего подобного, они не работают, потому что последний фрагмент вставляется специальный фрагмент рубашки, и это специальная джегуаровская рубашка, внутри которой заходит трубочка, то есть это оболочка для трубочки. И эта оболочка продевается от самого переключателя до кареточного узла, где эта рубашка имеет упор, внутрь которого будет заходить герметичная трубочка, которая начинается от этой рубашки. То есть внутри концевичка трубочка развальцована, и трос нигде не контактирует с внешней средой. От самого начала пистолета до самого конца. Это второй примечательный элемент в Арбее, подчеркивающий качество этого велосипеда, изначально продуманность. Ну и, естественно, все остальное здесь продумано. Перья изменяем профилем, которые должны гасить вибрацию, то есть это вот реально имеет приличный S-образный изгиб. Рулевой стакан конический, профилированной формы, тоже усиленный, трос, который намекает на то, что благодаря вот этим ребрам жесткости рама в нужных местах жесткая, при этом в нужных местах гасит вибрацию. Все как положено для качественного шоссейного велосипеда. Систему я уже упомянул.
отдельным узлом красиво смотрятся ДТ-шные колеса модели 1600, втулки просто вот тут божественное творение по фрезеровке, реально дизайн на 5 из 5 вот этих втулок, они прям сочетаются вместе с этим велосипедом, и все это дополняется обычной навеской Ультегра последнего поколения. Вот такой вот велосипед сейчас на постройке, сейчас мы немножечко еще позаморачиваемся с прокладкой трубочек, все настроим, и этот велосипед будет готов. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. До скорых встреч.